Новый фельдшерско-акушерский пункт взамен старого открыли в поселке Центральном Заводоуковского городского округа. Теперь в ФАПе могут получить первичную помощь почти 400 человек. У них есть возможность, не выезжая в город, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию и сдать анализы. Полностью обновлено оборудование, новое современное оборудование, мебель медицинская, оснащен по стандарту. И фельдшеру будет приятно работать в новом ФАПе с новым оборудованием. Ну и, конечно же, нашим пациентам, жителям поселка Центральный будет приятно обслуживаться вот в таком ФАПе. Ладно, вот у меня сыновья свозят, а у кого-то и нету. Вот особенно пожилым людям, пожалуйста, сходите, если чем-то тут в город ездить заперед. Старому человеку особенно, ну молодые, может быть, им или полегче. Модульные здания устанавливают в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта. Сегодня в городском округе уже 30 современных ФАПов.